Ну, давай Минотавру свап и подумай еще. А, Минотавра будет? Ну, тогда можно, в принципе, Икси играть. Либо мой путь, либо никакого. Минотавр хороший. Еще думаю насчет Бакси я купить, вот, как лесника. Ага, все, тоже медиа. Надо было свап давать. Видишь, Нано взяли. Нано подкидывает под Икси постоянно в ульте. И не в бане. Блин, ну против Лейлы сейчас и в кустах не отыграешь. Он будет только в кустах сидеть. Ура! Пробудился. Так, а что, тебе Макс не помогает, что ли, вообще? Я закончу начатое. Что-то лесника еще подумаем, сейчас слаб дадим. Посмотрим, что у них за пик будет. Если у них тонкий будет, можно... А, нет, уже не тонкий, уже будет кусака. Это неприятно. Вообще неприятно. Кусака это да. Может, Сильвана у них все-таки будет? Ну, было бы неплохо. Вообще ее давно не видел. А, нет. Кусака будет. 10 лет заточения. Блядь, у них опять жирные пики, а? Уранус, Кусака, это Ризи. Возьмем тоже под жир. Альфа на связи. Под жир возьмем. Так, ну я, наверное, зеленку буду собирать. Ну негодяй он, прям негодяй. Опять лучше желтый. Ты визбал все-таки у них. Last pick. Опять будут экшн файты. Экшен. Ну сейчас, блядь, будет прям реально экшен. У них прям такой жирноватый пик, прям пипец какой. Чаще контроля много. Со мной бегать. Да. Да, у них контроля много на самом деле. Нано, Кусака, который может выкидывать Баданги. Не, ну видишь, если сейчас все хорошо на Икси пойдет, у меня-то урон по массовый урон. Да. Мне как бы будет удобно за ней играть. Но я надеюсь, что. Если... Я успею раскачаться до этого момента. И если помочь? Еще Минотавр хорошо заультует. Да не, в принципе, мы вдвоем можем. Помогу, да. А, давай. Быстрее разберем. Чем чаще на меня смотрят свысока, тем больше у меня. Ну и Лейла кустовая, я же говорил, будет кустовая. Сейчас. Я иду за тобой. Уставая, но немножечко глупый. О, это Лейла, что ли? Знаешь, что у Лейли стоит? Этот, огненная вспышка, ну вот это, короче, херня, я забыл, как она называется. Стойте позади, я все сделаю. На добивание, которое, понял, идет. Я первый раз Лейлу с этой херней вижу, блядь. У меня помощь нужна, у меня Уранус на лайне и... Да, сейчас подойдем. И Лейла. Уранус в кустах сидел, ну я так прочитал. Ой, Нано еще поджимает. О, у меня он все, трое на лайне. Ну мы сверху прям бежим, прям максимально бежим, как можем. Ой, еще и кустак отсел. Да нет, да пиздец, вот вчетвером, блядь. Вчетвером. В дело. Знаешь, почему они всегда четвером приходят? Потому что у меня Рома никогда нету на линии. Никогда нету, блядь. Так, сейчас. Сейчас попробуем разобраться. На, ну, на не сбили. Сейчас, я к тебе иду. А, все. Блядь.
Ой, как больно по Лилии прилетело. Сука, втроем. Отличная игра. Отличная, да. Подожди. Сейчас будет отлично. Сейчас я четвертый уровень возьму, блядь. Залетите вы тут с четвером. Будет вам отличная игра. Покажем им, что мы не промах. Не добежал. Опа. Теперь вот сейчас братков зажать бы. Меня зовут Иксия. Запомните. Огненная стрела, да, спасибо. Тусака на лол хп ходит. Татьяна. Да, а еще и наны нету в пассивке, по-моему. Я не пойму, куда-то Лейла потерял. А, вот прибежал. Прибежал. Хорошая битва. Лучшее испытание для моих изобретений. Фокус, все, троих разобрали наверху. Ваша команда уничтожена на помощь. О, вообще сломали хлам. Ну вот. Так, ну я Минотавра жду. Может подойдет все-таки. Будьте собой. И я сейчас буду. И там Уранус. Так. Его Уранус тормозит. Лейла уже немножко подсобралась. Я не играю, все, идем с Минотавром. Готовы. Ой, хороший стяг. Все, да, блять, на тап. Отлично. Хочу на Q нажать. Херачу на тап, слышишь? Так, сейчас, наверное, они на синем баффе. Смотри внимательно. Да, они на синем баффе еще. Они сейчас к тебе будут стягиваться. Я за баффами ушел. Там Кусака, смотри. Вот близко. Ну, они под черепаху играют. Да, надо уже к черепахе будет сейчас стягиваться. Да. Я не успею бафф, наверное, разобрать. У меня есть майк в КД. Ну, Сак сидят. У меня смайт 15 секунд КД. Как подойдешь, скажешь? У меня на 6 секунд. Я подошел. Сейчас, раз, два. Блять, не успею. Сорян, не успел. Все, надо уходить. У меня смайт. Быстро они забрали. Да. Покажем им, что мы не промах. Блять, Кусак, блять, опасно. Да, нам нужен стяг, конечно. Это грандиозная помощь. Да, отлично, вот она, разбираем. Ага. Не дотянулся. Бля, чуть-чуть, да? Да, спилуха не дотянулась. А хорошо, с кустов, блядь, выскочил. Я все сделаю. Ой-ой-ой. Кусаку сейчас заберу. Давай, есть, давай, забрал, отлично. Забрал. Блять, они сейчас... Подходи, их трое там. Да-да, вижу. Потянулось. Аккуратненько будем играть. Всем, ребят, добрый день, здравствуйте. Не забываем фолловиться и отслеживать канал. Стримы у нас частенько выходят. Хорош. Лейла с этой, со стрелой? Да я ж тебе сказал в начале стрима, в начале карты. Я пропустил. Я ж тебе сказал со стрелой. Охренеть. Блять, вспышку просрал, думал, Урану все-таки законтрит. Это новая мета. Они сейчас линию опыта пропушивают, сейчас надо позабирать. Я потяну ее. А, хорош, брат. Все, все ломаем. И к черепахе стоим. Ой, Урану вот это забираем. И черепаха. Стойте позади, я все сделаю. Блять, опасно, я стою и сейчас вниз спинусь чуть-чуть, а то они резко могут разобрать. Чем чаще на меня смотрят, убит, тем больше у меня мотивации. Союзник убил черепаху. Он
Будьте собой и пробивайте собственный рядом. О, все, братва. Не переживайте, я не... Блядь. О, хорошо, хорошо. Да не, не, плохо, плохо, не туда она далась, куда я хотел. Вот сейчас бы сюда бы дать, а? Да, вот сюда бы, да, было бы вообще отлично, прям отлично. У меня кнопки закончились. Блять, у меня мана закончилась, думаю, что нихуя не бьет, а? Так, я на отход за маной. А я еще кью этот прожимаю разрушительно, нихера не бьет, думаю, что за херня, блин. А то смотрю, мана закончилась, думаю, блять. Хорошая битва – лучшее испытание для моих изобретений. Вот, если Минотавра сейчас сюда подтянет, можно даже через кусты. Меня зовут Ух ты! Да, перезлу байки. Да байки. А вот и Ферги. До свидания, ребята. А ну, какой вот, вот, вот на ком надо было играть, да, мне все время? Да. А, нажал бы лечебку, он чуть маны дал бы. Да, не, легче уже отойти было на базу сейчас. Ты чё молча заходишь в файт? Да, я не думал, что Лейла развернется. Не, ну, я хотел так посугать, отодвинуть. Предупредил бы хотя бы. Ну сейчас мы пойдем. А, ну хотя не надо пока что. Ребят, надеюсь, вы робота-пылесоса не слышите. Ну, я точно нет. Хаос – источник бесконечного вдохновения. Угу. Блять, залететь хочу в эту толпу. Мне прям нравится, как она выглядит. Помощь, помощь, помощь. Не переживайте. Говорила низ про. Да блять, я не знаю, Бадан куда их ведет. Твою медь. О, сейчас пыль. Пылесос осталось, слышно. Отлично, ветер природы есть. Я иду за тобой. Давай, я его скину. А, нет. Вы пока там развлекайтесь, я вот там заберу. Не-не-не, стой. Я не играю по правилам. Блять. Надо было поближе становиться. Вы тут рассерил. Пилот наш. Отлично. Тут кусака что-то бегает, не знаю, что он хочет. Бля, 30 секунд. Меня зовут Икси. Запомните. Такой файт сейчас может быть легендарный. Поехал файт. Отлично. Вот поверху пошел. Покажем им, что мы не промах. Давай, значит, вверх толка. Не, можно центр толкнуть так. Я иду за тобой. И прям за него вообще стоят. Как люди из Властелина колец за две башни стоят. А, я здесь, за это двор стою. Я все. Пацанам и пацаны мне все, да? Да. Небольшая ссылочка. Да. Валяйся-ка в грязи. Вот сейчас надо делать. А вот и Ферги. Помощь, помощь, бегу. Помощь. Максимально бегу. Блять, Уранос пытается законтрить. Уранос. Я верх разберу. А, нет, тут
Лейла прибежала. Помощь? А, ты все? Ой-ой-ой, я надо отходить, опасная ситуация сейчас может быть. Все, все, я отхожу, я вас жду. Ну, может, фармить, пока вещи дособирать. Да, мне тут, в принципе, уже это нормально. Я пока подожду, потому что сейчас могут ребятки тоже залететь. Опять слила. Блин, ну как так, а? Ты прекращай вот этой фигней заниматься. Я не играю по правилам. Ох ты, не уйду, не уйду, не уйду. Ты Ризла наказал. Аккуратней, на деф, на деф, на деф. Меня нету для массового. Хорош, Баданг тебя спас. Как он тебя спас? Это вообще было красиво. А, спас, я полез зря. Все разбирает. Так, ну я все, я промазал скиллом. Мы вас будем... А, блин. Лорд, лорд. Наша башня была уничтожена. Я могу, конечно, закрысить, но... Может начаться буря. Сейчас можно нечаянно это... Нашу башню атакуют. Не, короче, лорда отдадим. Ну, походу, да. Ну, они, видишь, они не столкнули. Давайте, восстанавливайтесь, я говорю, зря вы пошли. Толпу. Да, если бы я еще чуть-чуть киломбы не промазал, могли бы отправить спать. Я сейчас низ буду толкать. Блять, по низу лорд пошел. Ну, буду забирать. А-а-а. Как меня эта стрела законтрила, просто отодвинула. Поваляйся-ка в грязи. Реально, новая мета. Внимание, они пока на мету развлекаются. Пускай развлекаются. Пока ребята веселятся. Блять. Баданг, зачем он их наверх привел, а? Да я думаю, им некогда до тебя. Я надеюсь. Все, я разобрал им. Иду к вам. Да, можем платиться. Оп, кусака, отлично. Блядь, не... ну почему они, сука, убежали вправо? Блядь, опять я ульту проебал. Кусака, аккуратней. Блядь, тавр, тавр, тавр. Ой, там, там низ. Все, все, баданг пошел, баданг пошел, баданг пошел, оставь. Пускай разбираются, браток. Путь. 12-10, я могу дать массовый. Только сейчас надо. Давай, скажу, я тебе скажу, как я смогу. Источник бесконечного вдохновения. Давай, если что, я могу. Сейчас, если их всех затянуть, просто. Даже с маленькой песчинки может начаться буря. Не бояться вылазить. Угу. О, Лейла там загуляла. Ага. Все. Бью. До свидания, братва, до свидания. Отлично. Ты Ризу забрал. Брат, хорош, еще одна каточка сюда. Не, ну эта каточка на ютубчик, наверное, пойдет.
Ну, отлично.